В сегодняшнем видео мы бы хотели поговорить о чемпионах UFC, которые могут потерять титул в этом году. Конечно же, в таком спорте, как ММА, все могут в любой момент проиграть. Поэтому мы сегодня покажем самые вероятные возможные проигрыши пояса. Начнем мы с поясов Жозе Альдо и Макса Холлоуэя. Скорее всего, временный чемпион и полноправный встретятся друг с другом в следующем бою за объединение титулов. В этом бою кто-то точно останется без пояса, если, конечно, не будет ничьей. Жозе уже давно зарекомендовал себя как один из лучших ударников с прекрасной защитой от переводов. Макс прошелся по дивизиону, снеся всех своих оппонентов, так что титульный бой, скорее всего, станет очень ярким и впечатляющим. Конор Макгрегор. У этого парня есть все шансы не проигрывать в этом году пояс. Он может снова выступить в другом весе или же провести боксерский поединок, но если он решит защищать титул в легком весе, то ему придется встретиться с победителем пары в лице Тони или Хабиба. Они оба представляют для него огромную угрозу. Хабиб силен в борьбе, где Конор испытывает проблемы, а Фергюсон может составить проблемы в любом положении. Тайрон Вудли. После того, как он защитил титул в бою с Томпсоном, он снова встретится с ним в реванше. Стивен может полностью изменить свой план на бой и выиграть поединок. Также в этом дивизионе есть Дэмиан Майя и Дональд Серронне, которые также могут составить проблем чемпиону. Даниэль Кормье. Забрать пояс у этого парня могут скорее всего только два парня. Это Энтони Джонсон и Джон Джонс. Энтони может сейчас победить любого соперника, обладая такой мощью, он может вырубить кого угодно. А бывший чемпион Джонс, если вернется в клетку и заслужит титульный шанс, может также победить в реванше. Майкл Биспинг. Про этого парня, я думаю, не нужно много говорить. Многие и так считают, что он слабее, чем все топ-5 бойцов в его весе. Много проблем ему могут составить такие бойцы, как Йоэль Ромеро, Рональдо Соуза и Геггард Мусаси. В прошлом видео мы спросили, кто из боксеров изображен на фото. Это был Виктор Ортиз. Сегодня такой вопрос. Как зовут бойца, изображенного на фото? Свои ответы оставляйте в комментариях, а правильным мы покажем в следующем видео.